робот, и знаете, чтобы у нас все было по струнке. Так что, ребята, я практически похудел, не знаю, как вы там. Ну, мы готовимся к онлайн-планерке. Девочки, вот так настроение поднимают. Да, вот пошла себе вот. Привет, с днем рождения тебя. Ё-моё, что тут творится-то, а? Да, нифига себе, точно. Я думал, ты это быстрее все сделаешь. В таких еще стоит походить? Или уже в таких не ходят? Всем доброе утро. Мы уже даже, можно сказать, обед. Да, уже ближе к обеду, я еще в офис не уезжал. Удаленно работаем. Ну, сегодня пока здесь пока дети, вот сегодня у родителей здесь. Если дети будут дома, я буду в офис уезжать. Да, невозможно с ним. Сижу тут с двумя телефонами. В общем, да, человек работает, у нас тут еще остатки. Надо прибрать все, бокалы вчерашние. И дети у родителей. Мы сейчас хотим быстренько успеть еще записать мукбанг и заодно пообедать. Да, пообедать мукбангом. Пообедать мукбангом. Мы сегодня даже не завтракали, время 11:30. Да. Поэтому у нас завтрак-обед сегодня. Да, я сейчас. Ты взвешивался, кстати? Я, кстати, нет, я пойду взвешиваемся. Там, что? Нормально у нас, можно камеру включать. Но там нельзя камеру включать, я еще даже кровать не заправила, мы сегодня в попыхах, что-то все в попыхах. Да, блин, забежали, прибежали, поэтому... Так. Я думаю, никого не удивишь расправленной кровати. Нет, уже давно. Не роботы, знаете ли, чтобы у нас все было по струнке. Ну давай. 3, 4, let's go. И как думаешь, если живот втянуть меньше будет? 84. Я не знаю, у меня вес падает, короче. Я 84 как бы начинал. Так что, ребята, я практически похудел, не знаю, как вы там. Ну так ты же хотел 70 там сколько-то. Да понятно, ну я думал до 80 для начала цель, что ты как-то быстро худеешь. Ну у тебя еще нет, ты еще не увидел 80. Да, а еще потом вот меня бесит, когда увидел 80, а потом снова 82 через день. И не понимаю. Поэтому давай, вот когда мы увидим ниже 80. Мне кажется, я нашел идеальное место для весов, где они мало показывают. Прям вообще четко. Четко думаешь? Да. Ой, у меня животе урчит. 49,2. У тебя все так же? Нет, у меня тогда и объела была. Объевшаяся была. Сколько? Там было 49,9, по-моему. Ну, сейчас посмотрим, сколько ты съешь на мукбанге. Перевешаемся. Все, я готова к мукбангу. А я нет, мне еще маленько надо поработать и начнем. Ну, ладно, тогда я тоже пошла работать. Ну, я сейчас буквально... Я кровать заправлю до начала. Отправить, ну, ладно. Сообщение. Всем приятного дня. Давай. Отличного, продуктивного. Да. Мы с вами. Мы с вами. Вы с нами. Дома лучше, сейчас везде хэштег. Да, дома лучше. Работаем дома. Работаем. Продуктивно. Ну, мы готовимся к онлайн-планерке. Тут будем вместе. Таня здесь. Я здесь. Сотрудники по домам. Татьяна. Сейчас все будем вместе. Сейчас будут все вместе. В онлайне, в скайпе. Наша пятничная планерка. Не отменяется. Не отменяется. Сейчас они будут только чаще, на самом деле. Да. Ну, нам не привыкать, у нас уже были планерки по скайпу. Мы вот, когда на два месяца в Таиланд уезжали, мы проводили тоже планерки по скайпу каждую неделю. Все нормально, в принципе. Схема отработанная, по большому счету. Мы уже были на удаленке однажды. 2 месяца только удаленка была такая. Была крутая удаленка. Да. Не, ну мы работали на самом деле. По полной программе. Мы просто жили в Таиланде. Но мы работали. Проводились планерки, все. Ну зато вечером, когда ты можешь выйти и погулять по пляжику, по песочку. Это, конечно, кайф. Сейчас такой возможности нету. Сейчас маленько другая удаленка. Вот, ну ладно. Все. Что у нас уже? 14:00. У нас 14:00 планерка, ладно, давайте. Со следующей планерки каждый будет рассказывать, чем он поработал, что у него хорошо, что у него там плохо, и какие, и если плохо, то какие пути видят. То есть это обязательный пункт, какие пути решения предлагает. Заходим. Заходим. По одному. Вот он. Человек, который с утра ревел так, когда его пытались увезти из дома, что мама не горюй. Ну так, он с утра не хотел одеваться, и вечером не хотел одеваться, да? А сейчас, наверное, не захочет раздеваться. О, чьи тут рукоятки грязные на стекле. Да вообще, этого же человека. Кто будет убираться дома? Кто сегодня убирается дома? Руки. У меня руки заняты, я бы поднял, но, увы, не могу, у меня в одной тортик. Сегодня, вон Вика расстроена сидит, у моего племянника день рождения, но у них папа приболел, поэтому... День рождения они отменили. А тортики постряпали, вот нам передали маленечко, да? Вика, ну не расстраивайся. Вика, ну ладно. Ты сходишь в гости. Но
Ну, пойдешь к ним потом поздравлять. Ладно, все, ребенок расстроился, короче, на день рождения не попал. Ждала этого неделю, там открытки делала, ладно. Помнишь, ты тогда заболела, твой день рождения перенесли. Ну, а помнишь, мы переносили? Все, и Женя перенесет. А, и Женя потом, перенесет. Потом организуем день рождения. Ладно, давайте, собирайтесь, раздевайтесь. Только такая модница, вот ни с того ни с сего. Поревела, хоп, вылезла наряженная. Девочки, вот так настроение подняла. Да, вот пошла себе вот настроение подняла. Да, я уже, у меня когда плохое настроение, нарядилась, пришла. Достала новый нарядик, тем более ты его еще и не носила. Ну, это вот ей на весну. Скоро потеплеет. Макс, посмотри, какая Вика красивая, ты посмотри. Скажи, что смотреть, я вот управляю машиной на пульте управления, да? Давайте чай. Что-то у нас какой-то детский влог. Слишком много детей у вас в кадре. Давайте пить чай. Там уже чай начал наливать, и тут Вика пришла, такая красотка, прям оторваться не могу. Вика, нет, в этом мы не будем кушать. Нет, да, кушать. Нет, кушать мы в этом не будем. Классная куртка, да? Вообще классная. И кроссы классные. Ну. Подходит. Да, вообще все одного цвета. Все. Еще розовую резинку на волосы тебе надеть. Тебе надо на фотосессию в этом наряде. Я еще не дошла, позвоните ему сам. А у меня есть его номер телефона? Это вот с которого он постоянно группы создает, да, какие-то родственников? Что-то Женя племянник не отвечает мне. Привет, с днем рождения тебя! Спасибо. Как твои дела? Не расстраивайся. Нормально. Да, ты что там, загрустил что ли? Да. Ты просто маму попроси еще раз все эти торты застряпать, но чуть попозже. И мы придем. Если... И отметим день рождения. И отметим твой день рождения. Главное, чтобы торты были. Мы вот сейчас вот едим тортики, очень вкусные. Да. Ё-моё, что тут творится-то, а? Ё-моё. Ё-моё. Смотри, какие у нас... Да, нифига себе, точно. Обалдеть. Вот кто бы знал, когда мой папа летом сунул нам вот это. Как вы думаете, что это? Не, ну вы посмотрите на вот эту картинку, где человек, да? Угу. Он же нам еще вот такие маски дал. А вот что-то и масок нету такого. Мне кажется, они в машине где-то валяются. Да? Надо их искать. Мне кажется, у нас были еще такие маски. Это же защитные костюмы. Да, ну может потом, если вдруг. Ну вообще, да. Надеюсь, нет. Надеюсь, не понравится. Не, ну вообще, офигеть. У нас есть, короче, супер костюмы для химической защиты. И они у нас летом появились. Я не помню откуда, короче, они как-то у моего папы появились. Он нам... А он говорит, вы же там видео снимаете, говорит, вот нарядитесь типа там, ха-ха-хи-хи, говорит, там костюмы зайчиков, держите. Он назвал это костюмы зайчиков. Ну вот. Так, ну я что делаю? Мне кажется, это такие вещи сейчас на ее золото, давай прячь назад, деньги там были. Это можно продавать за большие бабки. Мне кажется, это можно вообще сейчас сбагать за большие бабки. Надо как-то нарядиться, померить. Да. Так, а что, Таня, тут делаешь-то? Я понял, что ты нашла костюмы, и это очень радостно. Это зимние вещи, весенние буду сейчас доставать. Короче, шкаф у нас, уборка гигантского шкафа. Как бы этого нам не хотелось. Как бы этого мне не хотелось. Таня, мне кажется, это... Ты будешь это делать. Ну, мне даже смотреть на это... Мне туда залезть. Ну, вот видишь, уже буду, значит. Раз надо туда высоко залезть. В общем, ты достаешь весенние вещи. Кому-то приснилась весна, видимо. Да? Не, ну надо понимать. Но она будет, да, рано или поздно весна. Как ни крути. Угу. Выкину. Это твой выкину. Ты новый, когда купишь, тогда эти выкини. Или ты их не носила? А, у тебя другие? Ну, не знаю. Что с ними сделать? Я не умею вещи выкидывать. Макс, это нечестно. Ты разбрасывал, ты мне не помогаешь. Макс пришел. Макс. Давай, помогай маме. Вещи прибрать. Вик, да. Макс, иди Вике помогай. Разбросал вообще-то ты там вещи, а не Вика. Игрушки. Ну хорошо. Сейчас, Вика, сейчас. Хорошо. Чем детский, да? Все, думаешь, вот эти штаны мне оставить? Ну отлично, штаны. А что, Вик? Я просто те ношу, беременные. Беременные штаны. Беременные можно продать, в принципе. Ну да. Мне кажется, беременную проще продать. Они мне были длинноваты, и снизу них вот такой. Обшарпано, ну не продашь все-таки. Короче, я понятия не имею, не спрашивай меня, что делать с этими штанами. Я не знаю. Так это ты начал. Че я начал-то? Жалко, жалко. Мне жалко. Я не смогу выкинуть, поэтому если выкидываешь, то ты мне об этом не говори. Все, я пошел, да. Ужин будем учить, короче. Мам,
маме. Чего маме? Вот, Макса еле оттащил. Таня залезла на стремянку, он, короче, лезет за ней, хватает ее за ноги, куда-то тянет. Да вообще. Я тут за Таню-то переживаю, когда они вдвоем оказались на стремянке, вообще страх. Вообще ужас, да? Но тут, чтобы забраться до верхних полок, конечно, без стремянки никак. Чтобы вон туда заложить все. Ну, о, ничего. Привет. Пришлось Макса взять на руки. Он, конечно, недоволен этим фактом. Он все равно прорывается туда. Максюта. Ну что, тебе же маленько, да, осталось? Максик, нельзя, нельзя. Пошли переодеваться. Макс, а то ты какой-то слишком нарядный для квартиры. Ура, папа. Время шло, на часах уже 10 час. Да вообще. Я думал, ты это быстрее все сделаешь. Я видишь, на башмаки перешла. Да вообще, зачем ты на башмаки перешла? Ну, надо зимаки убирать. О, это тебе кажется, что надо зимаки? Нет, такие точно надо убирать. Да вообще не точно. Точно. Вот. Ты завтра, башмаки. Ты завтра скажешь, давай на дачу съездим. И оденешь обычные башмаки и поедешь. Вообще неправильное решение, да, с твоей там стороны. Же грязь, на даче. Да, а еще куда-нибудь там. Ты что-нибудь придумаешь, ты вообще дома не сидишь. Ну вот это обычные оденешь. Угу. Не буду как этот, знаешь. В выходных сапогах по сугробам лазить. Так, давай не страдай, молодой человек. Да, я пострадаю маленько. Молодой человек. Я спать хочу, Татьяна. А вы взялись за зимнюю обувь. Мало того, что я убираюсь, он еще страдает вообще. И я в этот момент, между прочим, что-то тоже делал. Я это... Че, я на кухне там убрался после ужина. Я YouTube изучал. Молодец. Всякие штуки там разбирался. Не в носу ковыряю. Да вообще. Просто я думаю, это нельзя все бросить и завтра закончить. А сейчас умыться и... Ну, мне кажется, маленько, да, осталось? Не знаю, что-то он не скажет. Вообще, я тоже не знаю. Я вон ей даже стремянку вот притащил. Можешь стремянку, кстати, уносить. Могу и унести. Наверх уже я не полезу. Там уже все битком, да? Нам вот таких штук надо купить побольше. Да. Для твоей обуви. Моя, давай классическим вот для... методом будет храниться. Не, для летней, да, зимняя нет, а для летней надо. Так, я тут увидел потерянные когда-то мокасины. Как вы думаете, потерянные. В таких еще стоит походить? Или уже в таких не ходят? Не знаю, не помню, мне вообще нравились. И они еще что-то приплюснулись как-то в коробке. Ты их... Не знаю, тут там... Короче, кто считает, что надо в них ходить? Себе. Ну да. Ну кеда, а с брюками? А я не хожу в брюках, да? А с джинсами, мне кажется, хорошо бы тут мокасовать. Да, конечно. Ну все, она это сделала. Шкаф я сделал. Шкаф убран, прибран. Все. Ну тут еще, конечно, зимние вещи, тут все потом переформируется по новой. Еще будет дополнительное формирование. Ладно, у нас там, по-моему, времени нет на камеру, поэтому прощаемся. Спокойной ночи, до завтра. Завтра суббота. Вы, кстати, сказали про Мукбанк наш? По-моему, ничего не сказали. Вы смотрите, уже вышел Мукбанк сегодня. Давай скорее говори там. KFC, вышел KFC, говорим, жить за городом или в квартире, поэтому успевайте. Да. А что успевайте? Вы-то успеете и заходите. Да, заходите, смотрите. Это у нас камера садится. Всем пока-пока. Пока.